Так, друзья, соратники, земляки и соотечественники, вот что касается дальневосточного гектара. Ну, вот тут у нас по администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края, ну, в общем-то, это касается всех. В срок не позднее 3 месяцев после истечения 3 лет со дня заключения договора, вот, по земельному участку, оформленному по программе «Дальневосточный гектар», необходимо предоставить в администрацию декларацию об использовании и освоении земельного участка. Ну, в Николаевске это делается вот в кабинет 206 администрации района в приемные дни, вторник-четверг с 10 до 17 часов. Есть объеденный перерыв с 13 до 14 часов. Либо через МФЦ это могут сделать абсолютно все жители. Не забываем подавать декларации. Лучше быть собственником земли, чем собственником земли не быть. Друзья, подписываемся на канал, обсуждаем важные вопросы. Братцы, нам сегодня бесплатно дали землю. Каждый из нас, никого не эксплуатируя, может свободно стать миллионером. А в Америке это удается единицам.